Ивановская область примет участие во всероссийской акции «Зеленая Россия». Экологический субботник в масштабах страны состоится в 66 регионах. Это важное мероприятие запланировано на 31 августа, последний день школьных каникул. Мы хотим донести до детей, до всех наших граждан, что экология – это не только ужасная статистика на бумаге. Это в первую очередь наш дом, наш двор, наша улица, наша река. Мы все хотим дышать чистым воздухом, купаться в чистой реке, пить чистую воду. Экологический субботник – это добрый пример защиты окружающей среды. К общероссийскому субботнику присоединятся 11 муниципальных образований региона, общественные и коммерческие организации. Всего более 4000 человек. По предварительным данным, самой массовой акция будет в Шуе. Там планируется участие 3000 жителей. А в Иванове, самом крупном городе области, количество участников будет гораздо скромнее. Ивановский госуниверситет, они будут убирать, у них же есть подведомственное учреждение, которое является памятником природы, это дендрологический сад. Вот, они будут проводить там субботник и на берегах Рубского озера. Потом учреждения, которые заявились, например, Ивгипроводхоз, предприятие, фонд геологической информации, они будут убирать территории, которые вот прилежащие к их организациям. Основным мероприятием Всероссийского экологического субботника в нашем регионе станет уборка мусора на берегу Вадьского водохранилища. Для желающих помочь в очистке памятника природы организуют транспорт. Заявки на участие в экологической акции будут приниматься до конца августа в Департаменте природопользования. Однако каждый житель региона сможет внести свой посильный вклад. Для этого не нужно никуда ехать. Достаточно выйти на улицу и навести порядок в собственном дворе. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.